Так, что у нас тут? Ага, мистер Херо. Ух, я тоже хочу прославиться. Монстр атакует город. По всему миру появляются монстры. Квах. Может быть, если я опубликую, что побеждаю всех этих монстров, я стану известным? Ага, я решил. Я буду самым известным супергероем в мире. Так, видите имя? Хорошо, введем. Окей. Используется. Ах ты жук. Тогда сделаем немножко по-другому, ребят. Наберем вот так вот. Тьфу ты. Набираю. Вот. Есть. Ну что, ребята, как вы поняли, мы будем сегодня играть в Мистер Херо. То есть Мистер Герой. Вот он, этот чудик. И не знаю, что за игра, друзья мои. Наверное, какая-нибудь стенка на стенку или что-то в этом роде. О! Городская деревня. Начало приключений. Нажми на экран, чтобы атаковать. Это кликер, что ли? Хорошо. Лупим. Так, что нам тут? Обновить. Дамаг. Ага. Так, обновили дамаг, друзья мои. Босс. Так, используй свои особые навыки, чтобы нанести больше урон монстру. Давай вот это вот. Оу. Босс. Так. Автоатака. Автоматически атаковать монстра. Во. Вот это по мне, ребята. Нарисуй оружие. Бесплатно. Универсальный плунжер. Понял. Так, что у нас тут дальше? Тут дамаг, можно критический урон. Критическая скорость. Сверхкритический урон. А что за навыки? Ярость, проклятие. Но, наверное, я думаю, дамаг надо в первую очередь обновлять. И критический урон. И критическую скорость. Посмотрим. Мы можем с тобой сразу вызвать босса. Оборудование. Так, оборудовать. Я еще обновлю. Вот, теперь он бегает у нас с Вантусом. Так, требовать. Увеличь свой атакующий урон и навыки. Ну, я и хотел. Так, и навыки, да? Например, сделали. Так, тут еще у нас типа чат открылся. Так, победи босса и перейди на следующий уровень. Что за босс у нас тут? Ты серьезно? Вата какая-то. О, а вот это уже посерьезнее, ребята. Фига тут надавали. Этап. Награда. Награда. Дальше, тут что? Вход в игру и ежедневные квесты. Это я забираю. Так, достижения. Все, это тоже я забрал. Так, удачный слот. Ну-ка. У вас есть 20 куриц. А что дает нам курица? Очки исследователя получил. Так, уведомление какое-то. Обновление. Слушай, 19 числа было обновление. То есть игра поддерживается. Это приятно, радует. Так, реликвии. О, увеличьте частоту выпадения оборудования. Выпадение оборудования. То есть, наверное, предметов они хотели сказать. Ой, тут еще. Ой-ой-ой. Тут еще что-то новое там появилось. Так, давай-ка мы, наверное, урон прокачаем.
Ну, уже получше пошло. Получше. Так, достижение. А что такое проходит? А, это активирует премиум. Так, магазин леденцов. Леденцы еще. Подожди. Тут что-то есть. Успех. 20 палочек этих леденцов. А что такое буф? Золотая добыча. Давай, наверное, бесплатно. О, так тут все можно бесплатно. Нифига он там шлепает, посмотри. А вот это что такое? А, это уровень, наверное, да? Фига, мы там нахлобучиваем одного за другим. Моментально по башке настукиваем, смотри. А если я еще вот так сделаю? И вот так. 40 лямов, уже 40 миллионов мы с тобой получили, прикинь. Давай-ка босса, наверное, позовем. Босс не успел выйти, как получил по шеям. Босса. О, ну, в принципе, справились. Я тут босс такой. А если я еще босса вызову? Видишь, здесь мы слабоваты, ребята. Здесь мы не успеем. Так, ну это не беда. Мы сейчас сделаем дамаг, критовку и скорость. Может быть, еще сверхкритический урон. Проверим. Босс. А ну-ка. Фе. Ватник, а не босс. Это какая-то пиньета на самом деле, да? Похоже. Забираем это все. Нормалек. Так, здесь что-то у нас этап. А зачем нам гемы? Мы что-то за гемы... Так, у вас есть билет. Пропуски первого, второго уровня. Удачный слот. Можно еще крутануть? Ну давай. Так, песочные часы воина я получил. А что за песочные часы воина? Объединить реликвии. Увеличит продолжительность лихорадки. Тут, видишь, еще легендарные есть реликвии. Какое-то обучение. Завершите песчаный пляж. Тут ПВП. Ой, тут дофига чего, ребята, есть. Сверхкритическая скорость. Так, это, я так понимаю, подарочек, который надо посмотреть за рекламу. А что, в чате можно писать? Или это так, для прикола? Ну, проверим. Писать можно, прикинь. А, тут еще можно клуб свой создавать. О, как. Так, может быть, нам босса позвать? О, ноу. Тут, ребятушки... А, я его забил. Я думал, что его... Собака такая. Уровень 100 уже, 105. Так, ну-ка. Иногда, ребята, очень хороший дамаг проходит. Ты заметил, да? Вон. Я не знаю, правда, как это работает. Наверное, это сверхурон. Так действует. Так, здесь получили все. Требовать. Успех. Так, случайно нажал, ребята. Ну, ладно, получил зато билеты. Так, за уровень получил. Удачный слот.
Опять часы? Песочные часы воина. Ну, ё-моё. 20 куриц. Процент успеха 98. Сверхкритический урон повысили. Мне вот непонятно, там написано было: пройдите пляж. А как его должен пройти? Ой-ой-ой. Ну, не успеем, наверное. А нет, смотри-смотри, сверхдамаг проходит, ребят, проходит, ну. Пипец. А в конце просто тупанул. Он просто в конце тупанул. Не стал даже бить. Может быть, нам вот так сделать? Ну-ка, босса давай. Ну ты спи, ты... Во! Е! Yeah. Босс уничтожен. Какой-то почтовый ящик тут. Почему-то пока заблокировано. Подожди, что там у нас? А, еще навыки же. Ярость, проклятие. Хм, еще и проклятие прокачали, да? Достижение. Забрал. Когда сверхдамаг проходит, очень, ребята, круто наносится урон. Вообще, просто наикрутейший. Зачем мне вот эти вот палочки? Что я за них могу сделать? Твоя, леденцов. 80. Твоя, моя, не понимать. Завершите песчаный пляж. Компаньон. Чего там? Горящий взрыв. Требовать А броня или выше. То есть тут еще пет будет, да, у нас получается. Со временем. А так это, ребята, как бы, ну, кликер и кликер. Давай босса попробуем. Себе. Вот это проклятие, ребята, бомбануло. Нормально, ну-ка, еще босса. Забыл проклятие, блин, нажать. Ай, поздно. Так, сейчас переиграем. Подожди, босс. Что-то я не могу босса вызвать. Так и так. И вот так вот. А, тут все, и то, и то. Ну, это что-то, ребят, не то совсем. Был шанс, но мы его упустили. Дай-ка я прокачаю. Так. Сверхкритический урон. Вот так вот. Попробуем. Через проклятие. Е! Yeah! Хот-дог повержен, друзья мои. Просто запинал этот хот-дог чертовой бабушки. Нифига там деньги с них сыпятся. Городская деревня. А где посмотреть, когда будет пляж, вот это вот? Мне вот, например, непонятно. У нас очень много кристаллов. Куда их тратите? Обновить. Обновить. Процент успеха. А, то есть Вантус мы с тобой тоже прокачиваем, да, получается? Тут есть еще броня. А зачем броня-то нам? А, скорость атаки дает. И добыча золота. Плюс крылья, которых нету. И магический круг. Объединить все. Пока не будем объединять здесь все. Да он урона не получает, этот пес, прикинь.
Да. А если я вызову босса? Ты серьезно? Моба пинаю полчаса, а босса завалил с удара. Интересно. Так. Окей. Ну что, босса позовем, что ли? Давай попробуем. Босс, борьба. Ну? Ну? Не-а. Неудача, говорит. Ну, давай попробуем. Слушай, что-то не то. Мы очень-очень мало, ребят, наносим с вами урона. Так, сделаем критическую скорость. Почему вы мне вот это даете? А, подожди, что там у нас? Пропуск второго уровня. Так, здесь достижения, да? Забираем. Окей, забрали. Так, удачный слот. Здесь магазин леденцов. А, вот он что. Вот все, я понял, ребят, для чего нам нужны леденцы. Тут еще рейтинги есть. Победите босса 11 уровня, да? Ну-ка попробуем. Нифига, проклятие бомбануло. Ну давай еще разок так же. Есть. Отлично. Когда пляж-то начнется, который мне нужен? Я вот этого не могу понять. Причем деньги нам начисляются только за убийство, ребята, мобов. За просто так они не... За удары они не начисляются. То, что мы с тобой просто бьем по мобам. Прикинь. Так, это забрал. Че, завершите... Скалистая планета. Так, а как ее завершить? Как тут понять, когда он завершится, а когда нет? Ящик для домашних животных. Смерть с косой. Черная лошадь. Еще черная лошадь. Еще черная лошадь. Зеленый дракон. Коробка с реликвиями. Часы песочные. Кольцо гневного пламени. Гача. Гача. Так, ну-ка. Броня. Требовать броню. Так. Ага, объединили реликвии. А почему процент успеха падает при объединении брони? Вот объясни-ка мне. Требовать А броню или выше? Требовать А броню или выше? Ну, броня. А как тут требовать? Требовать А броню или выше? Вы серьезно? То есть до пета мне еще пиликать и пиликать получается, да, друзья? Офигеть. Босса давай сюда. Ну ты можешь шваркнуть-то хорошечно. Нет, стоит там
Баклуши бьет. Понятно. О, а, это обычные мобы, ё-моё, я уже думал, пошло дело. В общем, друзья мои, вот такая вот игра Мистер Хиру. Я не знаю, как вам, зашла, не зашла. Пишите мне об этом в комментариях. Если зашла, то мы еще, конечно же, поиграем. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.